Не поделили парковку или лежачего пенсионера бьют. Пермские полицейские возбудили уголовное дело в отношении 30-летнего жителя микрорайона Водники. Молодой человек во дворе своего дома жестоко избил пожилого соседа. Мужчины не поделили парковочное место у подъезда, на которое потерпевший поставил свою машину. Елена Еговцева узнала подробности. Он вылетает из машины с таким вот, уже вот так рукой. Убирай машину! Дальше не буду. Сразу мне трень, я упал. Все. 62-летний Владимир Огрелов рассказывает, 30-летний сосед жестоко избил его всего лишь за то, что он поставил свою «Ладу Калину» не на то место. Молодой жилец дома заранее огородил понравившийся ему пятачок металлической цепью, а когда увидел, что пенсионер посягнул на помеченную им территорию, ударил его кулаком в лицо. Когда тот упал, начал его пинать ногами и пинал, куда попадет. Черепно-мозговая травма, гематома, толщина кровяного слоя 1 сантиметр, 2 миллиметра. Положили сразу его в больницу, там он пролежал 2,5 недели. В результате побоев пенсионер не только получил многочисленные гематомы, но и лишился зубов. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести». Но, по словам потерпевшего, его обидчик продолжает вести себя агрессивно и всячески вредит. Главное, зеркало отломали. Сейчас как ездить-то? Вообще никак. Это место было свободно. Но они решили ставить вот так свою машину, чтобы два места занять. Цепи развешивают. Что, 90-е? Возвращаемся. Узнать точку зрения другой стороны конфликта нашей съемочной группе, к сожалению, не удалось. Подозреваемого не оказалось дома. Известно лишь, что молодой человек своей вины не признает и зачинщиком ссоры считает своего пожилого соседа. Как все было на самом деле, разберется следствие. Но одно уже ясно. Конфликт между соседями по такому ничтожному поводу, как парковка, едва не перерос в тяжкое преступление. По словам медиков, если бы удар по голове пришелся немного в сторону, избиение могло завершиться трагедией. Елена Еговцева, Михаил Осетров, телевизионная служба новостей.